Прочитаем из первой главы 30 стих в Евангелии от Луки. И сказал ей ангел, ⁇ Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога ⁇ Мария обрела благодать у Бога. Стремилась ли она к этой благодати? Разумеется, она была верующей девой, которая с малых лет служила Господу и чтила Его. Она сделала окончательный выбор уже в юные годы. Все верующие стремятся к Божьей благодати. Но что это за благодать? Благодать — это прощение вины. Нет, такие люди не ищут у Бога почести или венца славы, но Бог действительно дает и то, и другое одновременно. Мария обрела благодать у Бога, потому что зачала в чреве и должна была родить сына. Она должна была родить Христа. Мария приняла Христа не потому, что постоянно об этом молилась. Она приняла его исключительно по благодати. Захария молился о сыне, но мы не можем себе представить, чтобы о ребенке молилась дева. Бог многое дает в ответ на молитву, но самое лучшее он дал нам без молитвы своего сына. Никто о нем не молился. Прежде чем кто-то о нем помолился, Бог дал это дитя, которое Мария должна была назвать Иисусом исключительно по благодати. В то время у многих людей было такое имя. Оно было вполне обычным. И все же это имя было божественным, поскольку имя Иисус означает Спаситель. Великолепие этого имени остается тайной для неверующих. Но Бог открыл себя для того, чтобы утешить своих детей именно этим именем.